Маша. Каша. Маша. Каша. Маша. Каша. Маша. Каша. Маша. Каша. Маша. Каша. Да Маша. Каша. Маша. Каша. Маша. Каша. Да, друзья, сегодня мы играем Маша и Медведь. Мы сегодня будем Машей и бегать. И когда будем сильно-сильно уставать, будем готовить что-нибудь вкусненькое, что можно съесть. Ты согласна? Да. Ребята, а вы согласны? Кстати, если вы хоть раз смотрели мультик Маша и Медведь, поставьте лайк. Лайк. Хорошие денежки. С каналом Папа и Дочка. Всем, всем привет. Вы привет. На канале Папа и Дочки. Аришка, ну что, начинаем наше приключение с Машей? Начинаем. Давай, побежали. Побежали. О, смотри, ты в лесу, на лесной полянке. Мостик, отлично. Ты уже пробежала 20, почти 30 километров. Молодец. Речку пробежали. Ух ты, подсолнух, аккуратно. Аккуратно, не врезайся. Смотри, бабочка летает. О, это что такое? Ой, ты рано бросилась. Ариша увидела конфетки. Скорее хватать и в травку попала. Давай еще раз. Давай, Аришечка, в этот раз не ведись так быстро на конфеты. Хорошо. Вот так. Да? И не забудь свернуть. Молодец, здесь перепрыгнуть. Отлично. Опять рановато. Давай-ка я побегаю. Давай. Посмотрим, как папа будет бегать. Так, побежали, Сейчас побежали. Медленно, потому... О, смотри, ульи, здесь пчелы живут. О, здесь ульи. Отлично. Здесь. Ай. Ау! Я подпрыгнул и прям в дерево лбом. Так, слушай. Там были ульи-мишки. Ульи-мишки? Да. Так, давай еще раз папа попробует пробежать. Да. О, вроде детская игра, а папа представляет. Поезд! Домик Маши. Да? Да. Прикольно. Вот они. Смотри, звездочки. Звездочки. Вот, ты собираешь звездочки. Да, заяц пробежал прямо передо мной. Перепрыгнул. О, мышка пробежала, или ежик. Ага. Так, здесь перепрыгнуть, отлично. И вот здесь перепрыгнуть. Здесь вниз. О, столбик врезался. Слушай, я устал, нам надо перекусить. Давай. Ребята, идем готовить что-нибудь вкусненькое. Аришка, первый, кого мы будем кормить, это ежик. Да, мы готовим. Маша, каша, мы готовим еду. Так, надо взять чайник и налить водички. Давай. Водички. О, молодец. Аришка, давай ты будешь готовить. Давай. Я тебе буду говорить, теперь бери кашу. Каша овсяная. Ребята, кто любит овсяную кашу, напишите в комментариях. Она, кстати, очень полезная по утрам. Так, молодец, что он говорит. Грибочек, Ариша, грибочек, давай. Да ты смотри, у меня настоящий повар. Прям профессионал, да? И что теперь, ежик? Ковшик, давай, накладывай. Бери половник, вон висит. Ага. Кашку и в тарелочку, не ежику. Ариша сразу ежику, да, жуй, да, жуй. В тарелочку клади. Есть, отлично, теперь, а вот теперь в тарелочку. То есть ты ему хотела, на кашу в руках, на вот тебе кашу. И он поел. Ура, он покушал. Грязная тарелка. Что надо с ней сделать? Помыть. Ребята, вы об этом знали, что грязную тарелку не надо ложить обратно в посуду, надо ее обязательно помыть. Так. Надо вот так водить этой штучкой. Да, вжик, да, вот так. Вот, молодец, теперь мылом. Тарелочка с ножиком. Кстати, мылом вообще никто не моет посуду. Вообще фейри берут или там... О, губка. Еще какие-нибудь средства для мытья посуды. А тут вот, мылом. Да, молодец, Аришка, протирай губкой. И споласкивай. Ежик на тарелке, ребята! Отлично, молодец, ты покормила. А теперь побегаем. 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 Ну что, ты готова бежать? Готов. Давай, Аришка. А, сворачивай. Фух, молодец. Два раза. Есть, перепрыгнуть. Еще раз перепрыгнуть. Молодец, у тебя классно получается. О, а тут звездочки. Наверное, они тебе для чего-то пригодятся. Аккуратно, аккуратно. Налево. Надо было проскочить под паутинкой. Машу поймал. Точнее, Аришу поймал паук. Давай еще раз. Давай. Попробуй. Только теперь не попадайся, Аришка. Давай, разгоняйся. Так, а это что такое? Зеленые звездочки? Интересно, что они дают? О, темный лес. Вниз, влево. Ой, вправо. Давай теперь я побегаю. Давай. Два шанса у нас. Да, по два шанса. Так. Прыжочек. Сюда. Есть, я смог свернуть. Это было сложно. Теперь вниз.
Так, зайка аккуратней. Пробежал. Зайка. Бабочка. Смотри, какой лес. Зеленый. У меня не сработало почему-то. Ладно. Зайчик. Сюда. Прыжок. Есть. Конфетки. Конфетки. О, я как ты, тоже рано бросился. Так, ладно, давай еще конфетки раз. Сердечко. Воришка, постарайся. Тут, эй, перепрыгнуть надо. Есть, молодец. Вниз, теперь перепрыгну. Ну и зачем ты поймала дерево? Оно тебе нужно? Нет. На дрова? Нет. Ладно, Воришка, давай, беги и собери как можно больше конфеточек. Опа, отлично. Чик-чик. Перепрыгнуть. Чик. Отлично. Молодец. Ой, подсолнух, молодец, что поднырнула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Травка. Это сложно. Это было не видно, да, ее. Так, ладно, побежим еще разок. Нет. Хотя нет, слушай, давай отправляемся. Нужно что-нибудь вкусненькое приготовить. Давай. Пойдемте, ребята, готовить. Пойдем. Смотри, Иришка, то, что мы накормили в прошлый раз. Кого там, ежика, да? Да. Вот, нам открыли пингвинчика. Нет. Пингвинчик очень хочет кушать. Ням-ням-ням. Пирог хочет кушать. Ну что ж, ты готова? Готова. Давай, Риша, я тебе доверяю. Значит, грибочек кидай. Грибочек. Куда? На тарелочку. Так, во. Готовка начинается, ребята. Давай. Стой. Ну ладно, теперь... Это что такое? Мука. Сахар. Мука, вон. Давай муку. Сахар. Муку. Муку. Давай муку. Теперь молоко. Сахар с молоком. А почему тут подсказок нет? Давай молоко. Давай. Льется. Отлично. Теперь сахар. Мне нравится готовить. Сахар давай. Сахар. Отлично. Теперь давай грибочек. Давай. Вот, соль. Соль, ну давай соль. Посолили чуть-чуть. И грибочек. Это будет начинка для нашего пирога. Давай, нажимай грибочек, щелкни по нему. Давай. Вот. О, грибочки наложила, отлично. А, выбирай теперь, какая поверхность будет. Вот такая? Ну, щелкни по ней просто. Ага. Какую ты выбираешь? Вот такую. Давай, дальше нажимай. Посмотрим, что сейчас будет. Да. Мы засовываем наш пирог в печку. Время идет, быстро ждем. Ура! Готов! Теперь ты можешь нашего пингвинчика накормить. Так, ну прежде... Молодец! Аришка, молодец! Слушай, все что ли? Все, остальные животные закрыты что ли? О, какая штука! Ладно, мы тогда потом покормим еще кого-нибудь. А, вот, ежика. Но это сначала давай побегаем. Давай побегаем. Ну что, бежим дальше. О, прыжок, я постараюсь сегодня рекорд сделать. Так, собираем конфетки, звездочки. Есть. Так, теперь поднырнуть под подсолнух, перестроиться, перепрыгнуть. Отлично. Я много ты пробежал. Ну, еще даже 100. 80. Фух, там паутинка сюда и вниз. 100! Есть 100, ура. Я собрал уже 7 конфеток. Вон, видишь, слева 7 конфеток. Ага. Так, сейчас еще соберу 2 конфетки, еще 2 конфетки, еще 2 конфетки. Отлично! Вот такой бег мне нравится, ребята. Смотрите, я сегодня рекорд делаю сейчас. Видимо, хорошо мы с тобой покушали, да? Хорошо. Научились уже. Да, немножечко научились. Собираем 1 конфетки, 2 конфетки, 3 конфетки. Бежим. Отлично. Маша любит сладости, а вы любите сладости? Да, ребята, кто любит сладости, поставьте пальчик вверх. Так, а я не отвлекаюсь, у меня серьезная миссия. Мне нужно пробежать. И что здесь? Очень перепрыгнуть. Серьезные. Перепрыгнуть. Поднырнуть. Фух. Так, есть. Получилось. Перепрыгнуть. Есть. Сюда. Споткнулся и упал. Эх. Зато собрано целых 35 конфет. Давай, Ришка, теперь ты. О, опять поезд. И домик Маши. Бежим. Так, ух ты, подпрыгнуть, перестроиться. И, эх, прям в камень, Ришечка. Давай, Ришка, бежим вперед. Бежим, не отвлекайся. Поднырнуть, есть, и успел перестроить. Темный лес. Я смотрю за время. Это не время, это рекорд, какой мы ставим. Да, давай я буду смотреть...
давайте рекорд поставишь до 200. До 200? Да вроде уже... Ой, зайчик из норки выглядывал. А, заяц дорогу перепрыгнул. Уже 100, отлично. Бежим, бежим, бежим. Есть. О. Перепрыгнуть сюда. Опа. Даш, а как? А как здесь? 140. 140. Так, все, опять идем готовить. Все, погнали. Ну что, Белочка просит покормить ее орешки. Накладывай орешки. Орешки. Давай. Куда? Ого! Так, вспоминаем. Сначала муку. Давай муку, муку, точно муку. Потом яйцо. По-любому яйцо, да. Так, сейчас покажут. Ты думаешь посмотреть? Ну, давай. И... А нет, молоко, ребята, действительно, папа перепутал. Так. Перепутал. Лей молоко, молодец, Ариша. Теперь яйцо, да? Ну-ка, посмотрим сейчас. Я угадал, нет? Так-то соль. Ну ладно, соль так соль, а я бы яйцо разбил. Ну а теперь точно яйцо, давай. Сейчас посмотрим, подсказочка. И... Да, папа угадал, папа супер-повар. Я тоже думала, что яйцо. Ну теперь сахар, больше ничего не осталось. Давай, и орехи туда швыряй. Надо будет выбрать оболочку, оболочку. Аришка, давай орешки закидывай. Бамс и сейчас оболочку. Давайте другую. Вот такую красивую. Ну такая, так себе, макароны просто. А вот это красивая, да. Красивая. Туда? Да. В печку, в печку. Сейчас. Обязательно. Время идет, 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 ждем. Все, приготовилось. Сырой пирог не стоит есть. Ты права. Ты права, сырой пирог не стоит есть. Отлично, Аришка, ты молодец. Итак, Маша отправляется в путь, и она... Я поняла, это водяной мостик. Водяной мостик? Да, или ледяной. Ледяной мостик? Или водяной. Водяной мостик? Или ледяной мостик? Или ледяной и водяной. Тут надо прям быстро успевать все делать. Так, подныриваем. Где конфеточки? Вот. Вот они. А кто еще любит очень сильно конфеты, а, Аришка? Я. Правильно, да. И Маша. И Маша, а еще... Собирает даже для Мишки. Я же перепрыгнул. Ну давайте еще разочек пробежим. Перепрыгиваю. Раз, подныриваю. Два. А ты будешь... За дорогой смотреть, чтобы не вмазаться никуда, да? Да. Так. Раз, два, три. Конфетки. Есть, зеленые. Перестроился. Прыжочек. Поднырнул. Есть! Видели, ребята, какой был сложный момент, но я все равно победил. Уже 100! Маша, молодец! Давай! Давай! Прыжок! Маша не знает, только бежать. Нет, она конфетки кушает. Она кушает конфетки и бежит без перерыва. Просто без перерыва. Есть! Перепрыгиваем, отлично. Молодец, Машенька, давай. 200, ура! 200, есть! Есть, 200, ура. 15 конфеток, еще собираем. Молодец, Машка, давай вперед. Здесь подныриваем, я знаю. Потому что если не... Круто! Собираем немножечко конфеточек. 20 конфет у нас, Аришка, уже. Да, очень много, да? Ты бы хотела себе 20 конфет? 300 очков, ребята, вот это Маша, молодец. Ежик перебежал дорогу, видела? Ребята, если черный ежик перебежит дорогу, то ничего не будет. Так. Ничего не будет тогда. Есть. Ого, какой сложный. Все. Все, набегались. 406. Мы новый рекорд, ребята, поставили. Друзья, у нас были сегодня целые приключения Маши. Она и побегала, встречала всяких зверушек на дорожке. И сегодня мы готовили для наших зверюшек еду. Кстати, для кого мы готовили? Давай такое задание придумаем. Давай. Ребята, задание у нас следующее. Для каких зверушек мы сегодня готовили еду? И какую еду мы готовили? Все, первые, кто напишет, попадут в следующую серию. Все, кто напишет, пишут, что получат? Лайк, сердечко от канала. Победители прошлого видео. Ребята, на картинке те, кто в прошлой серии первыми и правильно ответил на задание. У меня такое ощущение, что я все время так говорю, да?
Да. Молодцы, ребята, за то, что участвовали, за то, что были первыми и писали комментарии. Все-все-все пишите комментарии, отвечайте на задания, мы вам будем ставить сердечки, а первые будут попадать в следующую серию. И, кстати, если вы себя видите на картинке, напишите «Ура, я попал в видео!» или вот так «Ура, я попала в видео!» Если ты хочешь, чтобы мы продолжили играть в Машу и Медведя в разные игры, то обязательно напиши в комментариях, поставь пальчик вверх. Но вы были сегодня с нами на канале «Папа и дочки Геймс». С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Подпишитесь на наш канал, с нами всегда интересно. Хорошие денечки. С каналом «Папа и дочки». Всем пока.